Хотя погода пока не располагает к пляжному отдыху, официально купальный сезон стартует уже завтра. Встретить первых отдыхающих готовы на центральном городском пляже. Территорию очистили от мусора, покрасили малые архитектурные формы, спилили аварийные деревья и завезли 1,5 тонны песка. Оценили подготовленность пляжа сотрудники инспекции по маломерным судам. В этом году зона купания уменьшилась, ее длина составила 150 метров. Спасатели смогут тщательнее наблюдать за купающимися, а в случае необходимости максимально быстро прийти на помощь. У бассейнов установили спасательные посты. Там же будут дежурить и медики. Время работы пляжа с 8:00 до 20:00 ежедневно. С 8 до 20:00 спасатели будут находиться здесь. Медицинский персонал также будет находиться здесь. Всего по области насчитывается 16 мест массового отдыха на воде, включая санатории и турбазы. Каждый из объектов уже прошел техническое освидетельствование. Серьезных недостатков не обнаружено. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.